проектировал мосты. Эйфель коньячок всегда держал в сейфе, лишь однажды взял на грудь лишка. Вот и вышла у него вышка кружевная, как ажур брошки, эротично разведя ножки, поднялась на зависть всем дамам над Парижем и над Нотр-Дамом. Эта жало в сотни три метров раздражала изнутри метров. Мопассан писал друзьям: «Боже, я расстроен, и его тоже. Для чего нам сочинять книжки, если все на них плюют с вышки? Как не пышься на своей крыше, вышка будет все равно выше. Может, в ней и много тонн веса, но не стоила б она мессы всех своих ажурных форм ради. Не придумай, наш Попов, радио, ей и без под ноги шелк стелит. Вместе с радио пришел телек и гремит во все концы. Слышка, наш последний приговор, вышка. Будет время, отыщу повод, и тихонько рубанув провод, я как Эйфель коньячка выдув, на балкончик босиком выйду. Сердце вздрогнет, будто лист мирта. Вот какую наяву мирта. И какой он молодец, Эйфель, что поставил коньячок в сейфе.